Тестовый видос. Всем привет. Говорят, что тут 10 кадров в секунду должно быть. Не знаю, как на самом деле. Получится, так получится. Не получится, значит, не получится. Значит, вы останетесь без обзора подарков на 8 марта. В общем, вот у меня тут. Подарили мне сегодня родственнички. Риадора трюфель. Традиционный французский трюфель 200 грамм. Теперь у меня конфет завались. Но я люблю трюфеля, конечно, слопаю его с удовольствием. К тому же до срока годности практически еще год до конца этого года у него. Тут два микрофона. Опять же. Да, вот такой вот пакетик замечательный. Шоколадка с одной стороны, полотенечко и чайчик зеленый порох. Это мне от сестер досталось. Тут у нас, не знаю, 100, может, грамм, может, 50 грамм. Вот такой вот чайная коллекция, натуральный зеленый чай, русская чайная компания, китайский чай, зеленый порох, скрученный зеленый чай. Полезен для пищеварения. Прекрасно сочетается с приемом пищи, нейтрализует кислотность, содержащиеся в чае катехин и танин, полезны для здоровья. Вообще, я тут свет был лучше включить, но когда я включала свет, тут были какие-то дикие засветы. Я и так-то думаю, что если это выложу, то очень много воплей будет. Так, наверное, сюда поставлю, будет видно, не будет. А он не стоит, он не стоит, он падает. Вообще, прикольно так как-то немножко ходит оно. На самом деле, эту машинку купила исключительно для союза с графическим планшетом, потому что Linux на деле оказался не всегда, дружил-то не со всеми. У меня он почему-то отказался дружить полностью. Ну, а родня сказала, твои деньги хочешь тратить. Хотя я думала, что будет, ну, как там, какой-нибудь негодуй или еще что-то. То меня вчера клюнуло, я вчера купила. Ну и, возможно, я постараюсь настроить тут этот ОБС. Нет, ОБС не буду ставить, поставлю что-нибудь другое. Насколько мне известно, там у Ютуба еще что-то есть. Такое замечательное полотенчико вообще с таким... в тему. Они любят, знают, что я люблю чай, и тут... может, это скатерка какая-то, не знаю. Наверное, полотенчико. Время чая. На самом деле я решила просто протестить эту камеру, как она сама по себе в действии. У меня вот на нетбуке она, я помню, что-то снимала, я уж не помню, сколько там пикселей было. Тут 720 максималка, и там-то она была как-то лучше вроде как оказалась. Но у меня там она же, та камера распознавалась, а с ментом еще даже не надо, по-моему, было ставить какой-то чиз или еще что-то. Ну и вот у меня тут шоколадка белорусская, коммунарка, трюфель, шоколад с чем-то там. Элитный шоколад, горький шоколад, десертный с начинкой 200 грамм. Продукт года 2017 года. Кажется, я такой вообще еще ни разу не покупала. Может быть, мне кто-нибудь дарил, не помню. Но когда в Белоруссию ездила, я что-то другое привозила оттуда. Вот. Засвечивается. Я тут это как-то вот ощущение, будто я прямую трансляцию веду, потому что точно так же чуть-чуть заторможенно идет. Вот на ноутбуке мелком оно как-то один в один шло. Ну, сейчас пересмотрю на компе. Заодно узнаю, как бы другая камера, другая системка, другая машинка. Но точно то же самое положение микрофона и камеры, как оно будет действовать. А то несколько человек обострились со своими ушами, что их там где-то что-то напрягало, скажем так. 5 минут я говорю. Ну, стримы я, конечно, буду писать на другую камеру, на ту, которую подписчик подарил. Здесь просто уж как приложение эта камера здесь. Раз уж она есть, то пусть уж будет. Раз уж. Вообще, конечно, если бы
Может быть, надо было купить винду просто. Я тупо не представляю, где у нас отдельно винды продаются, чтобы ее на мелочь запустить. Но, может быть, она бы и не стала на мелочь. Там, думаю, просто бы даже памяти не хватило. Как-то вот. То, что написала вчера в подзамочный пост на Тифаретнике, вдруг решила записать, сказать в камере. Может быть, из-за того, что это как-то почти 5 лет заниматься, сидеть на Linux и по собственному желанию. Ну, не, конечно, вариант был бы, если бы я виртуалку поставила. Но что-то, мне кажется, с виртуалкой там тоже бы пришлось, наверное, все-таки лицензионку брать, потому что, насколько мне известно, сейчас все приблуды работают нормально, исключительно только с лицензионкой. И непонятно где, непонятно что, откуда-то скачанное. И да, женское население. И те, кто считают себя тоже, вдруг, может, еще кто-то считает себя женщиной в душе, не будучи женщиной физиологически, с 8 марта. Пока.